Серый кардинал Белого дома Стив Беннон теряет доверие президента Трампа. Об этом пишет газета «Нью-Йорк Пост». Издание утверждает, что во время интервью журналистам «Нью-Йорк Таймс» Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос, доверяет ли он своему старшему советнику, как раньше. Вместо этого Дональд Трамп заявил, что Беннон присоединился к участию в избирательной кампании лишь в самом конце президентской гонки, когда Трампу, по его словам, уже не нужна была помощь стратега. Журналисты отмечают, что в последние недели карьера Беннона в администрации Трампа явно пошла под откос. Непосредственно перед ракетным ударом США по Сирии Дональд Трамп вывел Беннона из Совета по национальной безопасности. А до этого «Нью-Йорк Таймс» писала о серьезных разногласиях между Бенноном и другим служащим советником, ближайшим советником Трампа, его зятем Джаредом Кушнером. Оба они... И прогрессивный Кушнер, и ультраконсервативный Беннон, по мнению автора статьи, пытаются добиться максимального влияния на главу государства, но при этом имеют совершенно разные политические взгляды.